Проект называется «Работа археолога». Археологи – это такие люди, которые помогли нам узнать о древнем мире, помогли нам узнать, что было в прошлом. Археологи могут найти все, что хочешь. Древнюю посуду. А с помощью следов времени можно узнать. Археологи могут найти древние города. Но в основном это стены, заборы, крепостные стены. С помощью следов времени можно узнать, какой это был город. Широкий или маленький, богатый или бедный. Высокий и низкий. Археологи могут найти находки из животного мира. Но самые известные находки – это кости динозавров. Но археологи могут найти не только динозавров, но еще и таких животных, которые жили. Следующий слайд.